во-первых, это неотъемлемая часть, и я думаю, что для себя. Во-первых, проверить организм и посмотреть вообще, как тело реагирует на тренировки, вообще на вне сезона, как себя ведет. Поэтому я думаю, то, что это наоборот даже очень хорошо, то, что каждый год ты делаешь такой полный чекап. Это не перед самим сезоном, поэтому когда ты уже приходишь в поликлинику, понимаешь то, что вот уже и тренировки скоро с командой, поэтому все ближе и ближе. Тренируюсь и с нетерпением жду уже, когда начнет сезон, потому что я думаю, будет очень интересно.